нашей стране стало хорошей традицией накануне 7 ноября открывать новые значимые объекты социальной сферы. В этом году в нашем регионе открыли сразу два таких объекта. Один из них в агрогородке Мирный – детский дом семейного типа. Построен он за деньги республиканского и областного бюджетов. На строительство и оборудование дома затрачено около 2 миллиардов рублей. Открытие третьего в Барановичском районе дома семейного типа стало знаковым событием. Современный подход к решению проблемы воспитания детей, которые остались без попечения родителей, выглядит именно так. Приобретая семейный очаг, семейный уют, родительский кров, эти детки вырастут достойными гражданами нашего общества. Они состоятся как люди. И самое главное, еще к этому, они не будут, не зачерствеет их душа. Надо сказать, что именно вот та программа, которая была утверждена президентом нашей страны по созданию вот таких условий, по строительству домов семейного типа, у нас она планово в области выполняется. И уже из тех 3000 детей, которые у нас есть, вот таких, которые не имели до сих пор вот детей, то есть родителей, 660 таких деток уже воспитывается в таких домах семейного типа, и 1200 детей растут в опекунских семьях. И хотелось бы, конечно, каждому из нас, чтобы таких домов было меньше и строилось их меньше, чтобы наши дети жили в биологической семье, но, к сожалению, так не получается. Иногда и жизнь к этому наталкивает. Это не только, наверное, такая жизнь, видимо, касается каждого государства, каждого, где происходит жизнь, в том числе и, видимо, решение через дома семейного типа, чтобы дети оказывались больше внимания. Они такого внимания в приютах, в детских домах, конечно, не получат, как в этом доме. Я думаю, что и Надежда Николаевна, Владимир Николаевич, а Надежда Николаевна, ее мать в деревне Крошин, тоже работает вот с такими детками. Она росла, видела, как мать воспитывала таких же детей приемных и сегодня еще воспитывает. Это, наверное, уже семейный опыт такой. Это нелегкая ноша, ту, которую они на себя сегодня берут в воспитании этих детей. По сложившейся традиции, красную ленточку в честь открытия детского дома семейного типа перерезали председатель Брестского облсполкома Константин Сумар, председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик и родитель-воспитатель Надежда Якубович. Долго я решалась, потому что, зная, какой тяжелый это труд, долго, но все-таки меня перебороло то, что как бы я всегда помогала маме в этом своей, и знаю, что это за труд, и все-таки благодарна этот труд. Детки благодарны, они всегда говорят за все спасибо, я стараюсь, у меня вроде бы получается, я надеюсь, что все получится. Я надеюсь, что я выращу хороших детей, я им дам все, что знаю сама, и многому научимся вместе, всему будем стараться. Уже после официального открытия небольшая экскурсия по дому. Большой комфортабельный дом рассчитан на 8 детей. Его площадь 196,5 квадратных метров. Здесь есть все для отдыха и учебы. От развивающих игрушек до компьютеров и сопутствующей техники. На новоселье принято делать подарки. От облсполкома компьютер, а райисполкома посудомоечная машина. В Брестской области функционирует 36 домов семейного типа. И на сегодня это самый эффективный способ создать все условия, приближенные к обычной семье. Надежда и Владимир Якубович воспитывают двух своих детей и стали приемными родителями для 6 в возрасте от 3 до 14 лет. У меня 6 приемных деток. 3 мальчишек, 3 девчонок. Вот, все дети разные. Ну, мы учимся жить вместе. Надеюсь, тоже у нас получается. Мы дружим. Я стараюсь с ними дружить. Еще один дом семейного типа открылся сегодня в городе Ивацевичи. 11 ноября состоится открытие такого дома в Барановичах, а до конца года в Малорите. Строительство еще 4 домов запланировано в нашей области на 2015 год. Столько же их построено и в текущем году. Большая ответственность и безграничное счастье. Стоит надеяться, в этом большом доме, в большой семье всегда будет царить счастье и благополучие. Если говорить уже в целом, какая работа за это время проведена, то я должен сказать, что из 3000 таких деток,
которые не имеют семей по той или другой причине. Мы уже воспитываем таких детей, 660 детей таких в домах семейного типа и 1200 деток, которые живут как с опекунами. И я думаю, что еще буквально 3-5 лет и мы эту тему социального сиротства именно устраним по Брестской области. После торжественной церемонии губернатор посетил медицинские учреждения города Барановичи. Он побывал на месте стройки гинекологического отделения роддома. Пищевой блок уже практически готов. Планируется ввести его в строй уже в этом году. А готовность самого гинекологического корпуса превышает 60%. Для завершения строительства необходимо более 80 миллиардов рублей. Ввести в строй гинекологическое отделение роддома планируется в следующем году. Этого дня врачи и пациенты городской больницы ждали 2 года. В городской центральной больнице начал работать кабинет магнитно-резонансной томографии. По своим характеристикам новый аппарат один из лучших в республике. Уникальнейший аппарат, аппарат фирмы Philips, относится к классу премиум и способен решать любые диагностические задачи, которые ставит перед ним врач. Мы можем видеть работу сердца во всех в реальном времени, мы можем безболезненно и безопасно обследовать органы и системы при единственном вдохе больного. Мы можем видеть все структуры головного мозга в 3D-изображении, даже тогда, когда пациент находится в бессознательном состоянии или возбужден. Это отличный помощник для нашего врача, особенно в таких тяжелых случаях, как когда трудно очень поставить диагноз. Мы получили не только этот аппарат, мы получили и прекрасный наркозный аппарат, дыхательно-наркозный. Такой аппарат имеется только в Минске один, а будет существовать и у нас. Он позволяет обследовать тяжелых больных, которые находятся в бессознательном состоянии на искусственной вентиляции легких в условиях магнитного поля. Магнитно-резонансный томограф разместился в терапевтическом корпусе больницы. Для его установки здесь провели реконструкцию помещений и закупили необходимое оборудование. На эти цели из городского бюджета было израсходовано 5 миллиардов 800 миллионов рублей. На сам аппарат было израсходовано 27 миллиардов 200 миллионов рублей из республиканского и областного бюджетов. Председатель Брестского облсполкома Константин Сумар, который принял участие в церемонии открытия, заметил, что объект очень дорогой, но все, что делается для здоровья людей, для комфортных условий пребывания в больнице и поликлиниках и эффективного лечения. По оценкам специалистов республиканских наших органов, область одна из лучших у нас в республике. И я думаю, что те деньги, которые мы вкладываем в медицину, они очень эффективно используются, они дают эффект, потому что если взять, например, помощь, которую оказывает медицина, и ту работу, которую мы проводим по оздоровлению нашего населения, по развитию спортивных различных сооружений, это как раз дает одно без одного невозможно. Мы имеем вот то, что уже второй год подряд наша область имеет положительный баланс по приросту нашего населения. И это очень дорого стоит. И вот та работа, которую мы проводим в плане вот вообще в целом по социально-экономической такой политике, она дает хороший эффект. Задействовать МРТ планируется в круглосуточном режиме. Он будет обслуживать не только жителей города Барановичи, но и соседних районов. Врачи, которые работают в кабинете МРТ, уже оценили новый аппарат и его преимущества над старым. Мы тогда могли смотреть только головной мозг, спиной и отделы позвоночника. Сейчас мы можем смотреть, кроме этого, еще внутренние органы, брюшную полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, мягкие ткани и суставы все. Вот. Появилась сосудистая программа, которая не была в том томографе, которая дает возможность увидеть сосуды головного мозга, ну и в принципе всего организма, и сделать 3D-реконструкцию, то есть посмотреть наличие врожденной патологии сосудов или приобретенной аневризмы, например, которая требует оперативного вмешательства. Есть программа для ранней диагностики инсультов, которая дает возможность буквально в первые часы диагностировать ишемический инсульт, соответственно, начать раннее лечение и улучшить прогноз выздоровления пациентов.
Есть программа, значит, устранения артефактов от движения. В аппарате нужно лежать долго и не двигаться. Это важная, ну, особенность исследования на аппарате, не только этом, а на всех магнитно-резонансных. Не каждый пациент может вылежать, и есть пациенты неадекватные или в бессознательном состоянии, которые там двигают головой. Значит, а в аппарате в этом есть программы, которые устраняют артефакты от движения. Сегодня магнитно-резонансный томограф работает в тестовом режиме. Врачи изучают возможности аппарата, учатся делать различные исследования, читать изображения. Плановый прием пациентов начнется в декабре. Жители нашего города думают, что если аппарат поставили, то уже завтра можно обследоваться с головы до пят и получать информацию. Но, к сожалению, информацию выдает не аппарат, а доктор, поэтому нам нужно научиться, получив изображение, их правильно интерпретировать и делать правильный вывод и диагноз. Вот, поэтому все мы это будем постепенно, естественно. То есть мы тоже 3 недели работаем в тестовом режиме, многие вещи мы уже изучили, но мы вот ждем сейчас, вот в эти выходные к нам приедет доктор из Минска, который будет нас обучать. Вот, и еще в первую неделю декабря планируется приезд из Москвы специалиста, который тоже в течение недели будет обучать нас именно смотреть брюшную полость и органы забрюшинного пространства. У нас есть инъектор для внутривенного введения контрастного вещества, потому что все внутренние органы, именно вот брюшная полость, они смотрятся с контрастным веществом, и которое вводится на вдохе. То есть задержка дыхания должна быть, это все есть синхронизаторы, вот есть пульт для введения препарата, но этому тоже нужно научиться. То есть все мы научимся, все будем уметь, все будем делать, но это все постепенно. По уровню оснащения учреждений здравоохранения Брестская область – одна из лучших в стране. За последние 3 года в медицину региона вложено более 820 миллиардов рублей. Только в текущем году на медицинских объектах Брестщины освоено 240 миллиардов. В декабре месяце, в начале, может быть, первой декады декабря, откроем уже онкологический хирургический корпус в городе Бресте. Это очень огромная стройка. Она стоит больших денег, но деньги несоизмеримы с жизнью наших людей. Поэтому мы на это, когда касается вот наших людей, их здоровья, сохранения здоровья, лечения, то мы на деньги его не смотрим. И такую задачу перед нами ставит президент нашей страны. Это вот этот объект будет. Я думаю, что мы закончим перинатальный центр уже в роддоме нашем, и тоже будет уже открыт он в этом году до конца года. Срок эксплуатации аппарата не менее 10 лет. Пройти обследование на нем смогут жители не только Барановичского региона, но и соседних районов – Ляховичского, Ивацевичского, Березовского. Но обращаться в кабинет МРТ нужно только по направлению врача. Для жителей города хотелось бы сказать, учитывая опыт работы на предыдущем томографе, что не нужно стремиться всем попасть на наш томограф. Это не панацея, это не лечение. То есть если вам что-то болело, оно не перестанет болеть после нашего исследования. Вот. То есть нужно руководствоваться направлением все-таки лечащего доктора. Если доктор считает, что вам нужен, это необходимо это исследование, значит, нужно записаться и прийти на исследование. А просто, как у нас любят, для интереса или для коллекции, или как это вот есть аппарат, не посмотреться, то я думаю, что не стоит загружать очередь и тем самым ее увеличивать и уменьшить доступность пациентам, которым действительно это исследование необходимо. Поставка нового современного оборудования в городскую больницу продолжится. До конца года больница получит ангиографический комплекс. Сегодня идет реконструкция приемного отделения, в котором готовится помещение для компьютерного томографа. Все это поможет поднять уровень оказания медицинской помощи на более высокий уровень. Вы все знаете, что еще 2 десятилетия назад, после первых президентских выборов, президент как основную задачу поставил для всей вертикали, для всей власти, что республика будет проводить политику социально ориентированную. И как раз в рамках вот этой задачи, в рамках вот этого направления мы продолжаем, так как и республика в Бресте, заниматься серьезно теми вопросами, которые касаются улучшения обслуживания в медицине. Мы очень серьезно занимаемся вопросами
вот сиротство и каким образом отойти, это тоже такую задачу ставил перед нами президент. Кроме того, глава области посетил молочный комбинат – предприятие 70-летней истории. В прошлом году здесь вложили в модернизацию производства около 5 миллионов долларов и практически столько же в текущем. Ежесуточно из 300 тонн молока здесь производят 10 тонн сыра, 90 тонн цельномолочных продуктов, 5 тонн сливочного масла, 18 тонн сухих молочных продуктов. К выпуску твердых сыров на комбинате приступили 5 лет назад. Сегодня выпускается 300 тонн этого продукта ежемесячно. В общем объеме производства экспорт занимает свыше 50%, сыров около 90%. Основной потребитель – Российская Федерация, а также Азербайджан, Казахстан, Польша и Германия. На торжественном мероприятии по случаю 70-летнего юбилея молочного комбината председатель облсполкома Константин Сумар поздравил трудовой коллектив с праздником и вручил лучшим работникам почетные грамоты.